касается аватарки вашего сына, это далеко не безобидное аниме. Это гули, которые, собственно говоря, если понимать, что это такое, это уже не люди, которые питаются человеческой плотью для того, чтобы это продолжать. То есть это само по себе уже страшно. У него на аватарке у парня стоял гуль. Это персонаж аниме. Людоед.